Сегодня в Минздраве прокомментировали скандальную ситуацию по изъятию органов и тканей человека. Мы уже сообщали о расследовании деятельности Республиканского бюро судмедэкспертизы. Его сотрудников обвиняют в том, что они незаконно продавали части тел покойных. История с отрезанными пятками продолжает обрастать слухами. В сетях появляется информация, что манипуляции с покойниками проводили без разрешения родных. Следственный комитет и Минздрав пока хранят молчание. И лишь на официальном сайте последнего появилась информация. Ссылаясь на закон, чиновники указали, для чего нужна такая процедура. Оказалось, пятки могут спасти глаза. В прошлом году провели 61 операцию. Забирают эти органы две офтальмологические клиники – Казанская и Уфимская. Юрист уверяет, без согласия родственников такая процедура вне закона. Если человек умер, то сразу же ответственность за умершего переносится на его родственников. И у родственников близких нужно брать письменное согласие. Только в этом случае могут быть законны данные действия. Если родных не предупредил, вполне можешь стать донором. Юристы советуют включить пункт о согласии или несогласии в завещании. И хотя бы устно предупредить родных. Но как быть с теми, кто погиб в результате несчастных случаев? Завещания, как правило, нет. Поиски родных занимают время. В любом случае, лучше всегда носить с собой удостоверение личности. Если родственники, получив труп, увидели, что не хватает какого-нибудь органа, как в данном нашем случае это пяточной кости, то нужно обратиться в полицию, в следственные органы, написать заявление, потому что данный факт рассматривается уже уголовным кодексом. Знали ли родные о манипуляциях с телами или нет, выясняют правоохранители. Следствие продолжается. Альбина Батаршина, Лилия Жданова, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.